Коммунальные платежи, уборка придомовой территории и установка новых лифтов. Эти вопросы обсуждали на встрече жителей городского округа с представителями администрации. В основном химчане жаловались на работу управляющих компаний. Управляющая компания — не уборка территории, не хорошее обслуживание самого дома, ремонта никакого не производится. Любые заявки надо звонить именно через администрацию. Как говорят жители, коммунальщики не только не исполняют свои обязанности, но и отказываются идти на контакт. Офис закрыт из-за пандемии, а телефоны не отвечают. Зато коммунальные платежи приходят регулярно. Все вопросы мы запротоколировали в соответствующих структурах. Сейчас выясним порядок их решения и до жителей, соответственно, доведем, как это все решится. Подобные встречи позволяют отслеживать качество коммунальных услуг в городском округе и оперативно решать проблемы содержания жилья.